Ну, Анталия – это индет, пропорционный томат, который наш рынок любит, 180-200 грамм. Томат с очень мощной вегетативной массой, очень много листа, то есть его надо обрезать, надо формировать обязательно. В среднем на кисти 6-8 плодов. Все плоды стандартные, все плоды красивые, красивого товарного вида, плотные, без пятна, без прожилки. Во втором обороте тоже хорошо себя показывает, даже вот я видел фермеров, когда он формировал очень сложную кисть, когда на кисти была как кисть раздвоенная, по 12-15 томатов на одной кисти было. Ну, это что касается рынка вот такого. Индета 180-200 грамм. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.